Так, жучок, привет. Добренькое утречко. Ну где, по помойкам опять шастал, да? Опять по помойкам шастал. Ну не стыдно тебе, мой хорошенький, не стыдно? Да что ж такой чумазый, а? Что ж ты везде такой чумазый? Пойдем. Нагулялся, все. Сейчас рабочие скоро придут. Пошли. Пошли тебя. Иди в баню, жучка. Пошли в баню. Где баня? Иди, иди. Иди, иди, мой хорошенький, иди, да. Да, скокаешь. Иди, не надо. Не надо тут приседать. Пойдем, пойдем. Что ты приседаешь? Поглажу тебя около бани. Давай, давай. Будь здоров. Вот. Вот и пришли в баню. Давай, чуть еще вот сюда пройдем. Вот. Ну, молодец, 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 мой хорошенький. Молодец, жучок, молодец. Ну, и чё? Почухать тебя чуть-чуть, почухать. Ну, тебя надо покормить, там водички тебе налить новые. Дел-то полно. Недочуханье. Ну что, жучок, все. Сейчас тебя привяжем. У тебя день начинается с привязи. Ну, трава колышется. Надо косить уже. В траве уже, вот смотрите. Поганки какие-то вымахали. Грибочки в траве. Надо все скашивать. Не знаю, если дождя сегодня не будет, наверное, нужно пройти покосить эту травку. Да, жучок? Надо покосить нам будет сегодня. Ну, а что касается стройки у нас. Видите, стены уже доделали. То же самое. Стена на второй этаж уже доделана. То есть все, в принципе, здесь... Помещение сделано. Остается нам окно разрезать и сделать из него дверь. Ну и обшить вот эту стену. И можно уже будет приступать к лестнице. Делать лестницу. Так что вот такой прогресс. Ну, естественно, листы ОСБ еще постелить на пол. Это как черновой пол будет. Сделаем лестницу, а дальше уже будем класть на него ламинат. Все, а второй этаж... Давайте сейчас я вам покажу и второй этаж. Там все сделано у нас уже. Жучок, ну ты что там, на солнышке отдыхаешь, да? Вот у нас так. Слива вся в цвету одна. Вот там, смотрите, вторая. Это, кстати, чернослив. Достаточно... Такие большие сливы, вкусные. Но в прошлом году что-то их мало было. Надеюсь, в этом году будет много. Потому что именно когда цвела в прошлом году слива, морозец ударил. И вот у меня третья слива. Третья слива. Вот уже скоро груша. Видите, груша начинает цвести. Да, тюльпашки наши вылезли. Красненькие, желтенькие. Так, вот желтенькие тюльпашки у нас. Сейчас мы решили устроить фотосессию для штанов. Новые штаны, видите, Анжела нарядилась. Сейчас будем около жучки фоткаться, а в магазин будем фотографии ставить. У нас, видите, фотографии в магазине непрофессиональные, но, как говорится, вот так вот на самоизоляции как можем, так и фотографируем. Сейчас сделаем несколько... Видно, что для живых людей, а не для... Да, людей. Для живых людей. У нас все без фотошопа. Все без фотошопа. Карман только просвечивается, да? Но... Это в белый только. Только в белый. Все остальные... Ой, грибы видел? Грибы видел, уже показал людям. Давай, Анжел, на фоне помойки, наверное, да, тебя? На фоне вот этой теплицы хорошо будет. Отлично. На фоне жучки. Давай, какой фон выбираем? Тогда, иди ближе сюда. Иди ближе, да. А, ну надо антураж создать. Либо теплица влезает, одна, либо вторая. Синие бочки ты закроешь, наверное, собой. Так, я тебя пока брошу, эти тут не видно, да? Я пока на каблуках, а потом без каблуков. Я не знаю, ну тепличка сзади будет видна, это нормально? Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
кто поет. Где у нас тут кто поет? Непонятно, жучок, да? Непонятно, кто где поет у нас тут. Так, жучка Анжелку не обгоняет, боится. Да, жучок, боишься? Боишься обгонять? Тут какой-то подвох должен быть. Ветерок сегодня сильный, но погодка хорошая. Сейчас жучка мы искупнем. Жучок? Жучок, ну повернись хоть. Жучка! О, привет! Откликаешься на жучку или на... Непонятно, на что-то отвлекается. Так, ну что, жучок, давай спускайся, спускайся. Прыгать не будешь сегодня? Давай, пойдем, пойдем, окунемся, пойдем, окунемся. Пойдем, вот жучкан побежал. Мне сейчас препятствие. Одел специально костюм спортивный. Сейчас будем с жучком все препятствия преодолевать. Так, что-то отвлекло жучка. Это нам на пользу только. Жучок, ну что тут, чем пахнет? Кто-то пометил? Давай, заплывчик. Ну, вот так вот, молодец. На пляжике, пока людишек нету, мы будем плавать, да, жучок? Молодец, молодец, вот как. Вот какой ты молодец. Молодец. Ну, поплавай побольше. Поплавай побольше. Поплавай. Вот так. Вот хорошо. Молодец. Вот, в водичке отряхнулся. Очень умненький. Очень умненький жучок. Очень умненький. Ну чего? Хорошо плавается, да? Ох, сейчас люди будут. Я даже не знаю, как жучки здесь купаться. Придется жучки в болотах купаться летом. Так как с людьми-то не очень, наверное, прилично собаку купать. Ну что, жучок, все? Идем дальше? Пойдем, пойдем мы, хорошие, гулять. Так, с жучком решили проверить. Иван-чай, не вылез ли он еще? Вот он, по-моему. Вот он, маленький-маленький еще Иван-чай. Вот он. Видите, такие молодые побеги. Жучка, да? Вот, видите, тут его полно. Тут целая у нас пасека, можно сказать, этого Иван-чая. И он растет еще в этом, в шиповнике. Шиповник тоже уже начал расти, цвести. Все цветет, все растет. Вот, видите, вот это вот все Иван-чай. Вот сюда мы скоро, буквально через месяц, может полтора, придем собирать Иван-чай. Я вам покажу, как я его ферментирую, как жарю. Вот они, молодые побеги Иван-чая, кипрея, да, или как копорского чая. Когда в Копорье, вот жучка колябится, когда в Копорье я ездил, проезжали поля, и там такие плантации Иван-чая. Вот где собирать бы Иван-чай. Ну, соответственно, это, скорее всего, и родина его. Копорский чай, Копорье. Но, к сожалению, времени у нас на это не было. Время в Питере было всего у нас в прошлом году 5 дней. И за эти 5 дней нам нужно было успеть ого-го как много сделать. Ну, а вот здесь, смотрите, до сих пор черная земля еще от того, что траву жгли. И холмики, холмики, холмики. Это наши муравейники. Они повсюду, повсюду. Повсюду эти муравейники. Это филобан, как будто ты умный. А ведь не скажешь, что ты умный. Да ты хороший. Понюхай, поцелуй ее. Поцелуй. Для кадра хорошего нужно, чтобы ты ее поцеловала. Покажи жучкину медаль. А на груди ее сверкала медаль за город Будапешт. Да, жучка, с 9 мая ты ветеран. 9 мая. Этот жучка. День победы. Фу. Жучка очень вонючая. Жучка мог быть собакой-разведчицей. Жучка, ты горишь. Она бы по помойкам лазила и доносила сведения. Так, что ели немцы. Что ели немцы? Да, жучканчик? Не рви цветы, ты что, первый? Ты хороший,
Отлично, отлично. Отлично, жучканчик. Фотосессия получилась. Видите, сейчас у нас фотосессия теперь костюмов. Вот. Нужно же, чтобы выигрышно показать эти костюмы, нужно жучку в кадр. Без жучки костюмы будут... Костюм не надо, только это... У нас хороший костюм, жучка. Можешь покрасивее сюда сделать? Жучка Офелия. Так она ветеран или Офелия все-таки? Может, вот для красоты? Нет? Ну ладно. Вообще мог бы. Жучка, ну попозируй что-нибудь, давай. Жучка, давай. Ты модель? Сделай что-нибудь необычное. Моделька. Жучка, моделька. Жучканчик. Жучканчик. Ты уже высох, я смотрю. Пока мы фотосессией занимались, ты уже высох, мой хорошенький. Сейчас тебя надо опять окунуть будет, да, жучка? Окунем тебя, окунем. Тут у нас фотосессия к интеграции на Первом канале. Ну, планирую где-то после 10-го. Ну, вот точно не могу сказать. Тема достаточно такая обширная у меня получается. Вот даже не знаю, за один ролик успею я все это уложить или не успею. Тема «Крепостное право». Вообще, да, откуда оно появилось в России? Было ли оно в других государствах, крепостное право? Какие права вообще были у крепостных крестьян? Вот. Ну и, естественно, ложная история, как нам привыкли уже говорить, что крепостное право, или, как это называется, указ об отмене Юрьева дня, когда крестьянин уже не смог переходить с одного места на другое, якобы этот указ издал Иван Грозный. Вот. Ну, как обычно, у нас же все на тирана, надо на Сталина, на Грозного. Люди сумасшедшие, неуравновешенные и прекрасные Романовы. И вот как раз тема будет касаться этого. Причем, видите, изоляция помогает, с одной стороны, раскрываются такие темы, которые я бы, наверное, ну, я их как-то откладывал, потому что тема действительно большая, и к ней нужен особый подход. Вряд ли ее можно вот так вот быстренько, с наскока, всю тему развернуть. Проще, конечно, проще съездить в ту же Александровскую Слободу, снять красивые виды, квадрокоптер, рассказать там про, грубо говоря, Ивана Грозного. Это легче. Это легче. Тут тема на самом деле серьезная. Ну и вот, так как съездить даже в Александровскую Слободу я сейчас не могу, хотя, в принципе, у меня материал отснят, но я планировал еще туда съездить, чтобы снять виды с квадрокоптера. И вот у меня никак не получается сюда съездить, с этой изоляцией, поэтому и берусь за такие темы. Может быть, в следующем ролике возьмусь за тему Пушкина, может быть, за тему татаро-монгольского ига. То есть такие темы, которые нужно сидеть и изучать, много рыть информации нужно. Вот это не просто ходить и выискивать окна в земле. Это, конечно, намного проще, да, ходить, показывать здание. А вот здесь окна в земле, а вот так раньше строили. Здесь темы, конечно, более серьезные. Так что ждите, ждите, ожидайте. После 10 числа на Первом канале у меня будет... Ну, мне кажется, это интересная тема. Я сейчас действительно увлекся даже этой темой. Какие ужасы там вообще происходили с крепостными крестьянами. Конечно, не со всеми. Но все равно, да, мы знаем всяких Шереметьевых, у которых были... из крепостных театры, и это были первые театры. Представляете, первые театры в России были из крепостных. Что делали с крепостными актрисами, да? Кто-то женился на них, а кто-то и не женился. То есть вообще за людей считали или не считали? Были они рабами или все-таки не рабами? Ну, как говорится, рабы даже не могли жениться, то есть их вообще за людей не считали. А якобы наших крестьян все-таки считали за людей крепостных. У них были семьи, их венчали в церкви. Ну, вот единственное, наверное, отличие каких-нибудь там рабов
от наших крепостных крестьян. Ну ладно, продолжаем прогулку. Жучка, давай искать место, где тебя окунуть. Пошли. Пойдем найдем место, где тебя окунуть. Отлично. Это что за лиса такая у нас, а? Патрикеевна. Смотрите, сапожки одела. И где мы одели сапожки? Ну-ка, пойдем покажешь, где так? Может, я тоже одену их? Ты смотри, какая красота, жучок. Где это такое? Вот здесь. Отлично. Отлично. Вот, попей водички, она очень вкусная. Жуч, ты там не утонул, нет? А как у нее сапожки, это она вся будет. Ну, молодец. Жуч, вылезай. Блин, ну тортила. А, ну лег, что ли, там? Жуч, вылезай. Я зачем ты сюда послала? Вылезай, Жуч. Ты что, завяз, что ли? Ты завяз, что ли? Пойдем. Пойдем, Жуч. Пойдем, пойдем. О, завяз, жучка. Отлично, какой ты красавчик у нас теперь. Вот он. Ну, придем тебя с шампунем, наверное, помоем. Вот, пойдем. Береги костюм. Отличный. Отличный цвет у вас. У вас очень хороший цвет. Жучка, с тобой костюм. Иди тряханись около Анжелки. Жучка, ты закончила свою фотосессию. Отлично. Отличный загар у вас. А какой запах? Жучка, какой запах от вас? Отлично. Правильно. Давай, к Анжелке, тиранись об нее. Тиранись, тиранись. Давай, давай, давай. Иди, иди, жучка, иди. Тиранись. Чуть-чуть. Иди, пусть он тебя погладит. Иди, иди, мой хорошенький. Иди. Иди, мой хорошенький. Красотуля, жучка, красотуля. Приняла грязевые ванны. Отлично. Чуть не утопла в этом болоте. Ну ладно, не утопла, я бы тебя за ошейник вытащил бы. Правда, самому пришлось бы сапоги одеть и ходить так дальше. Ну все. Теперь будем искать место, чтобы жучку закинуть. Купание красного коня 2. Какой ветерок. Температура, правда, шикарная. Вот ни жарко, ни холодно, оптимально. 20 где-то с чем-то градусов, солнышко. Прям замечательно. Еще ветерок так обдувает. Жучка, правда, пованивает немножко болотцем, илом. Ну, я думаю, что для нее это, наверное, тоже. Ну, там, чтобы блохи не одолевали ее. Что, не блохи, что ли? Ну, откуда я знаю? Ошейник против блох на ней надет, а там я уж не высматривал блох. Я думаю, она со своими блохами должна сама разбираться. Ошейник куплен дорогой, так что все, все зависит от меня. Я сделал. Не буду я блох ловить на ней. Можно обработать ее. Да я думаю, зачем обработать? Вон, кинул в болотце, она там обработалась. И пошла. Ну, жучка. Да. А если б я тебя шампунем помыл? Представляешь, жучка? Если б я тебя помыл шампунем с утра, то мне пришлось тебя наказать бы. Наказать. Выпороть, как крепостную крестьянку пришлось бы. Розгами. Или 20 розг. Или там что там. Палками. Чем там били? Да чем только не били. Ну, Жуч, ты фотомодель у нас, да? Ты фотомодель. Молодец. О, какая ты чистенькая. Экстерьер, лапку подняла, смотрите. Копытец подняла. Очень чистенько. О, не надо. Не подходи. Нет. Стой там. Вот, иди к Анжелке лучше. Иди. Иди, жучкан. Не подходи ко мне. Не надо. Иди помойся, потом будешь подходить. Какой ты цвет. Жуч, какой цвет хороший, а? А есть точно такой же, но с перламутровыми пуговицами. А есть точно такой же, но нормальная собака. Точно такой же, но нормальная собака есть, которая по болотам не лезет. Давай, давай, лизни Анжелку. Давай. Ну, жучкан. Ну, красавец, жучкан. Это кто это у нас такой красивый, а? Уж кандыбал. Ты чё?
Все, ушел, не хочет сниматься. Ну ладно. Охотник у нас, видите, какой? Ястребок. Вот как зависает и крылышками дер-дер-дер-дер-дер. За ним не следишь еще в таком зуме. Достаточно трудно. О, вот он какой красавец, смотрите. Мышек-мышек в поле ищет. Красавчик, красавчик. Оп, скрылся. Жучка, о, ну ты тут во всей красе. Какая ты чистюля у нас. Потрясающая собака, потрясающая. Посиди чуть-чуть, отдохни, посиди. Все, жучка, бегом ополаскиваться. Так, жучка, бегом ополаскиваться. Ну, ей надо по шейку ополоснуться, не знаю. Фотка с жучкой. Я тороплюсь, тороплюсь. Она тебя испугается, Анжел, сейчас. Пусть она как следует ополоснется. Все, зачем ближе идти? Тогда мост будет виден с жучкой. Вот сюда надо тебе встать. Все, стой. Жучка сейчас брызганет тебя. Жучка, ну что, помылся чуть-чуть, да? Молодец, молодец. И помылся, и Анжелку в костюме сняли. Давай, заходи сюда, Жучкан. Так, Жучкан, ты что за спину заходишь? Так, Жучкан, что там творится? Скажи, что там творится такое? Пойдем лягушек слушать, пойдем? Пойдем слушать лягушек, хорошо? Пойдем послушаем лягушек, пойдем. Пока фоткались, пока фотосессию Анжела делали, жучка еще решила поплавать немножко. Что, мой хорошенький, что? Что, мой хорошенький, да. Сейчас Анжела тебя не выпустит. Жучка очень умный, очень умный. Надо тряхануться сейчас, жучка, тряханись. Да грязь, у нее что-то глаза текут. Она лазит везде. Так, медаль не мочи, жучка, медаль не мочи, а то она заржавеет у тебя. Золотая медаль. Ну все, перестань гладить. Пусть она покрасуется еще где-нибудь. Отлично. Отлично, жучка. Я проклянусь в комментариях, скажут, я мучаю жучку. Да, это святой водой, можно сказать. Из клязьмы. Ну все. Намочила череп собаки. Чтобы ей голову не пекло. Молодец. 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 Отлично, жучкан. И что-то приперся. Все, идем домой. Восвояси. Ну так, чуть-чуть отмылся. Бока, конечно, как обычно, у тебя чернющие. Ну ладно, ничего не поделаешь. Пойдем. Лягушек послушаем, жуч, пойдем послушаем лягушек. О, о, красотка, слышите? О, какой, а чё все молчат? А чё все молчат-то? Предводитель дворянства. О, давайте, давайте, хор, громче. Давай, давай, давай. А где вы хоть? Где вы хоть, покажитесь. Слышите? Так, Ира, Ира, вон она, зараза, сейчас приблизим, вот она, красотка. Ира, Ира, вот она, красавица. Вот, видите, сидит. Зум 12. Красотка.
Все, ну заткнулись. Ну заткнулись. Ну не хотят они. Не хотят петь. Ох, мужик дерево рубит там. Хорошее дерево. Хорошее дерево рубит. Анжелка пошла жаб пугать. Анжел, тобой жаб не напугаешь. Знаешь, да. Не, ну если ты прыгнешь, кстати, это будет хороший такой контент. По берегу проходишь. Но они все не на берегу. Они все здесь, в болотце. Вон одна, видишь где? Вот. Вот она. Доплюнешь до нее? О, она шевелится уже. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, зум очень большой, и каждое шевеление видно. 15 зум. Так, Анжелка пробует. Все, ее отвлекли уже. Алло, алло, прекрасная маркиза. А жучок ждет нас, смотрите, такой. Ну когда же домой пойдем, жучок? Когда же домой пойдем, да? Пойдем, пойдем. Все, жабы не поют нам. Пошли домой, мы хорошие. Пойдем. Вон рыжулька, видели? Вылез. Мордяху свою. Вот он вытащил. Па-бам, па-бам, па-бам. А вот и жучкан. Тан-та-дан. Жучкан слепой. Жучкан слепой. Вон кот торчит. Вон торчит кот. Рыжулька, иди. Иди к нам, мы тебя покормим. Китикетом потравим и тебя. Мы тобой покормим. Кс-кс-кс-кс. Рыжулька. Ну ты что, бошку свою вытащил? А, рыжулька, иди сюда, иди. Давай мы тебя с жучкой познакомим. Рыжулька. А, нет. Я пас. Ну, жучок, все за тебя. Все за тебя, дурачка, жучок. Рыжульку не можем к себе. Вон он. Красотуля. Рыженький хорошенький. Да, он. Это тоже персик. Персик. Ну, дикий, зараза. Очень дикий персик. Жучка грязный персик, а этот дикий. Жучка персик. Два персика. Рыжулька и жучка. Пойдем, пойдем во свояси. Так красиво слива цветет. Пчел здесь жужжат. Жужжат и пахнут. Вон сколько пчел. Жучка. У жучки перекус после прогулки. Все, жучка на цепочку. И перекус. Вон пчелки. Пчел много. Был какой-то период, вообще не было пчел. А сейчас пчел много у нас. Прям хоть улей ставь. Ну и уже что у нас? Здесь вот в теньке у нас растет мелисса. Вот она тоже. Вот эти вот ветки, конечно, тоже от нее. Вот она пошла. Такой лимонный у нее вкус и запах. Вот она начинает уже расти. То есть мы засушили мяту мелиссу на зиму. И нам вот хватило. Еще, может быть, пару раз заварить. И вот она у нас как раз новенькая. Вот до крапивы. Вот. Все, здесь у нас мелисса. Сейчас покажу мяту. Мята в теплице. А, причем мята в теплице уже вылезла. Так. Тут вот у меня буль-буль. А, мои помидорчики спят под музыку Браги. Видите, да? Под музыку Браги. Буль-буль. Вот. И вот уже мята у меня тут повылезала. Но на самом деле мята была здесь изначально, а потом я на это место поставил теплицу. Ну вот здесь мята вот такая. Вот видите, уже большая. Жук какой-то здесь ползает.
навозник. Чего ты тут ползаешь, мой хорошенький? Иди в норку. Вот. Так. Мяту я не стал вырывать, все сорняки повырывал. Мята пусть колосится. А сейчас покажу в другом месте, где у нас мята и какого она роста. А вот здесь вот у нас мята. Вон маленькая-маленькая. Вот она только-только вылезает. Видите, только-только полезла. Только-только. Вон они. Вот тут крапива у нас. Хоть суп вари. Я, кстати, люблю суп с крапивы. Так что... Вон малявочка. Какая малявочка-малявочка. Ну, вот такие вот дела. Все цветет и пахнет. И груша уже начинает цвести. В общем, вот такие делишки. Ну и все. На этом мы с вами сегодня с жучком попрощаемся. Жучка, давай, чисти себя как следует. Мы попрощаемся с жучком с вами. И я думаю, скоро увидимся. Скоро увидимся. Давайте, до новых встреч, ребят. Увидимся в будущем. Пока.